Бедный Мандалориан, он улетел. А, я не могу ее догнать. А-а-а! Мне кора! Нифига, что так быстро? Мы его сделали! Сегодня я хотела вам показать свои крутые постройки в Build A Boat, в том числе и вот этот вот летающий Делориан. Но я заметила то, что сейчас в Build A Boat идет Egg Hunt. И я покажу, как пройти яйца и победить босса, да? Да, мы попробуем собрать эти яйца. Да. А, Димон какую-то часть уже собрал, а я еще не собрал ничего. Да. Так что попробуем. Итак, давай сядем в нашу супер тачку Делориан. Нам это необходимо, так, да? Так, да, нам это необходимо. Ой, так, все, сели. Теперь полетели! Уи! О май гад, я выпал! Вот здесь яйца, вот здесь. Я выпал! Смотрите, здесь я вам покажу сначала одно из самых легких. Я застрял! Помогите, меня Делориан хочет убить. Вот это яйцо с стаканчиками. Здесь нужно угадать, в каком стаканчике находится это яйцо. Так, давай. Вот оно. Мы к нему просто подходим. И спавнятся стаканчики. Прикольно. Оно находится в этом. Откуда ты знаешь? А, все понял. А, ну, тут три, блин, следить. Оно за стеной, ты как угадаешь? Я за ним слежу. Я слежу. Вот он, вот здесь. Блин, я не угадал. Слежу, блин. Ну, здесь оно каждый раз по-разному. Так, опа-на, еще раз. Так. Так, следим, следим. Так. Разубейся, что у нас за картой. Вот здесь. Да, угадал! Да, угадал. Это яичко сука. Угадал, вот она, это яичко. Замороженное. Да, во! И вот мы получаем вот это яйцо. Следующее, давай пройдем вот эту вот ракету. Так, давай сначала подбежим к нашему Делориану, потому что это яйцо нужно поймать. Ага. Интересно. Так, смотри, садимся в наш супер Делориан. А, кстати, есть еще и счетчик, таймер, то есть эти яйца могут пропадать. Так, вот давай, например, вот это яйцо. Так, смотрите, мы его касаемся, и тут показывается его путь. Его траектория, да, куда он прилетит. Ну, тут и можно нужно и без успеть Делориана его обойти. Поймать, когда он черный. Вот, есть, мы его поймали. Малорик. А то есть тут только он на время становится черным. Так что пока он черный, его нужно успеть собрать. И вот я его успел собрать. Так, следующее, давай. Во! Ой! У меня Делориан немножечко забагался. А! Бедный Мандалориан, он улетел. Кстати, тут сейчас в магазине появился очень редкий джетпак. Хочешь, я тебе его покажу? Да, конечно. Что за джетпак? Это джетпак очень редко встречается. Он появляется только на эгхантах. Итак, смотрите, я вам сейчас его покажу. Вот он, этот джетпак. Вот он. И он вот с таким вот эффектом летает, прикольным. Я всегда его хотел получить, и вот я его себе купил. Классный. И, кстати, вот эти пушки с яйцами, я вот про вот эти пушки вам говорил. И их можно получить либо за босса, либо купить за 250 робоксов. Итак, ладно, я себе возьму вот эту вот суперсилу, и теперь я флэш! Уи! Слушай, может тебе тоже дать джетпак какой-нибудь? Давай, а то я не могу яйца найти. Кстати, это самый сильный джетпак в этой игре я тебе дал. Вау. Он не кончается топливо, и он куда угодно может летать. Вот еще конфету возьми, чтобы быть быстрым. Все, супер, взял. Да, окей, теперь. О, кстати, там о, это. Вон яички. Да, вон там, кстати, находится мое любимое яйцо. Это вот это вот такое киберпанковское яйцо. Вот оно. Вот. Да. Здесь, короче, нужно повторять это звуки. А, да? Да, вот смотрите, нажимаем. Здесь появляются рычажки. Вот смотрите. Синий, синий, синий. И вот смотри. Синий, синий, синий. Да, правильно. Красный, синий, синий, оранжевый. Вот смотри. Красный, синий, синий, оранжевый. Есть. Синий. Есть! Выполнил. Все! Я выполнил это задание. И вот оно, киберпанковское яйцо, выполнено. Класс. А, я не могу ее догнать. Давай. Иди за ней. Давай. О, вот, там наверху яичко. Я вот это хочу собрать. Давай, собирай это пазл. Это вот для меня это самое сложное, как по мне, я тебе скажу. Давай, я тебе помогу. Последнее. Так, о, есть. Выполнено. Готово. Супер. Самое сложное для Димона яйцо было собрано. Да. И, кстати, так. Знаешь, я тебе скажу? Что? Так, сейчас вот это вот пройдет анимашка крутая. То, что это было 6 из 6.
Оу, супер, то есть мы можем отправляться к боссу? Да, мы можем уже отправляться к боссу. Класс, а ты меня с собой возьмешь? Да. Давай, поехали. Смотри, нажимай на яйца и битва с боссом. Итак, мы переместились на облако, где можно собирать яйца. Итак, смотри, ставим это яйцо сюда. Так, теперь окей, давай, ты их все собрал. Я надеюсь, ты активируешь сейчас все за меня, потому что у меня сюда мы ставим гнома. Гномик, вперед. Сюда мы ставим ракету. Так. Сюда мы поставим киберпанк яйцо. И последнее, пазловое. И... Так, смотри, лифт открывается. О, да. Шахта, хорошо, что она и для меня тоже открывается. Да, она для всех открывается. Итак, так, 10. 10 секунд. А, еще не начался отчет, я уже начал давай, отсчитывать. Давай, заходи. Заходим, заходим. Вуаля, мы на нулевом этаже. Где-то глубоко под землей. Воу, смотри. Нифига база. Я, если честно, мало помню, что здесь будет, так что не обессудьте. Я вообще не представляю, что здесь будет. Итак, но... О, смотри, амугус кнопка. Не нажимай. Ой, ой. Ой-ой-ой. Ой, вот он, смотри. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Он злится что-то на нас. Что-то он порычал, что мы его побеспокоили, что ли? Или что? Что да, это за яичный король? Сеньор яйцо. Так, ой-ой-ой-ой. Музыка. Это плохой знак. Это плохой. Ой! Так, я перепрыгнул. Меня поранило. Ты хорош. Так, тихо. Тихо-тихо-тихо. Кстати, если тебя задамажит и ты умрешь, то если кто-то один из нас живой останется, то, скорее всего, можно будет продолжить. Это что такое? Это, по-вашему, не хардкор? Паркур. Паркур мастер. Дамаж. Так, тихо. Я чуть не сдох. Что происходит? Ой. О, май. А, нужно проваливаться, нужно проваливаться. Так, дальше. Она обратно. Ты что прыгнул? Тебя лысину сбрила. Черт возьми. Сюда. А, мне немножко по корове задело. О, сюда. Блин, это реально сложно. Да ничего сложного. Так, все, лазеры закончились. Сейчас пропадет. Прыгаем. Есть. Фу. Итак, кстати, буква L. Да. Или G русская. Или loser. Ой, так, бежим, они еще пропадают. Перестраиваемся, лазер. И... Jump. Он еще сзади нас будет появляться. Да. Прыгаем. Так, все. Так. Паркур мастер. Камеру, наверное, лучше подальше сделать, так будет удобнее. Ну, я не знаю насчет удобнее. Ты чуть не упал, осторожней. Он два лазера теперь. О май гад. Мне шапку сбрило. Шапка моя. Осторожно, последняя осталась. Это было непросто. Я думал, будет проще. Это... О, нас похилили зато. Нас похилили. Это хорошо. Опять он злится. Блин, сеньор яйцо, успокойся уже. Буденыш. Эггмен, реально, это же Эггмен. Ну да. Так, сюда, куда ты? Это верстак. Так, сейчас что-то будет, осторожно. Лазеры опять. А, это шипы. Осторожно, они будут показывать, какие сдавят. Тихо. Ай-яй-яй-яй. Тебе хвост прижало. Мне король. Нифига, что так быстро? Так не договаривались. А, еще здесь. О, май гад. Капиндос. Черт возьми. Сюда ж надо. Тихо. Это капец. Так, как долго еще? Эггмен, хорош. Мне уже хорош, страшно. Хорош, я просто подумал, что это амугус. Сюда, вниз. Черт. Ты че, кикнулся? Нет, я не кикнусь. Так, давай, пока я жив. Надо уровень прождать, короче, да? Сейчас появится этот. Да, пол появится, ты ко мне вернешься. Вы че, прикалываетесь, Алло. Я представляю, как тебе там трудно. У меня ты прям в них касаешься.
Это тебе только кажется. Воу, это что такое? Они исчезают. Фу. Так, все? Да. О, да, беги ко мне быстрее. О, нас захилили. Это радует. Он уже бедный покраснел. Да он изначально... О, магия вне Хогвартса. Так, сейчас держись, держись, смотри, что будет. Осторожно. А, это пушки, нужно за... А, надо бежать за эту, за... Да. Я успел. Я тоже. По мне не попало. А я знаю, что будет в последнем раунде. Так, тихо. Ты этот пока пройди. Так. О. Это уже мне все знакомо, я тебе скажу. Но тем не менее, ты умер, а я нет. Я вообще первый раз играю. Так, где следующая? Где следующая? Быстрей. Где она? А, вот! А, вот она же, да? Так, 3, 2, 1. Есть. Я буду стрелять, Никит. Так, так, где? Сразу беги, сразу беги, сразу да. беги. Вот сюда, сюда, сюда. Нужно от всех сторон сразу прятаться. Это как? Смотри, вот так. Сначала там, да, потом там. А, я вышел как раз в тот момент, когда они стрельнули. Теперь сюда. И теперь сюда. А теперь туда. А, блин, меня попали, чёрт. Это реально капиндос как сложно. Осторожно. Тебя подняли. Да ладно, не рычи, Эггман, блин. Нам тут сложно приходится. Я знаю, что будет в конце. В конце нужно, чтобы пушки попадали в этого яйцебосса. Да, окей. Так, так, опять! А, вот, смотри, нужно... Вот, я про это тебе говорю. Нужно, чтобы в него пушки попадали. Надо... Вот, смотри, нужно специально стоять, чтобы в него пушки попадали. Да, 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 да. Вот, видишь, в него попало. Попали, да, отлично. Отлично. Да вообще на раз, мы тебя сейчас убьем, деда. Легко. А, нужно теперь двигаться. Легко. Так надо в эту сторону идти, чтобы в него попало. Давай, вот. Давай. Да, стреляй, есть. Есть, попали, отлично. Так, теперь он передвигается. Давай, давай. А, блин, козлина, он по мне попал. Я ему сейчас отомщу. Так. На давай, тебе. Все, прикрывайся просто, прикрывайся. Не, надо уже бежать. А, блин, зачем я побежал? А, он теперь двигается, Димон, осторожно. Он двигается. О, есть. Нет, не попал. Тихо. Теперь тут еще и платформы двигаются. Тихо, тихо, тихо. Ты стой там, о, луч притягивай, я здесь. На, есть, я попал. Попали. Отлично. Все, яичница, есть. Мы его сделали. Смотри, пушка наконец-то выдалась. Круто, пойдет. Смотри, он стал яичницей. Ну, я, странно, почему из одного яйца выпало две яичинки? Магия вне Хогвартса. Блин, я хочу уже затестить эту пушку. Класс. Ну все, супер, мы прошли босса. Мы прошли этого босса. А нам дали какое-нибудь яичко же, да? Что-то нам дали. Нам дали это сразу три типа этого яйца и пушку, которая стреляет этими яйцами. Кстати, я знаю, с этой пушкой один баг, как стать яйцом. Все, возвращаемся на остров. Давай. Итак, давай уже затестим эту пушку. Итак, я ее ставлю. В нее вот сажусь. Ты что, сам в нее садишься? Да. О май гад. И смотри, нажимаем и... О, смотри! Пойдет. О, раскололось яичко. Классно, я же тоже такое могу сделать. Да, да, давай попробуй ты. Попробуй давай. Ты так сделать, в эту пушку залезь. Все, поставил. Теперь давай садись в нее. И? И теперь нажимай и кликай левой кнопкой мыши. 3, 2, 1. Ты куда полетел? Яичко на другую базу ушло. Слушай, а тут же есть конфетка, которая тебя уменьшает. Что будет, если я с этой конфетой сяду в эту пушку? Не знаю, ну-ка. Давай попробую. Итак. И... Полетели! А яйцо такого же размера. Ой, да. Ты сам стал большим снова. О, магия вне конкурса. Не, ну реально крутая пушка. Короче, ладно, проходите тоже босса, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. И всем пока!